التقوى пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم указал трижды на сердце и сказал التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا богобоязненность она здесь богобоязненность она здесь богобоязненность она здесь пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم сказал إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم Всевышний Аллах не смотрит на ваш внешний облик образ Аллах не смотрит на ваше имущество на ваше богатство нет а Всевышний на что смотрит на ваше сердце и на ваши дела. Именно наши деяния, вот сейчас вы сюда пришли, почему? Не потому, что вас кто-то заставил, вас никто не заставил сюда прийти, а вы по зову сердец пришли послушать лекцию об исламе, о религии, правильно? То есть ваше что, скажем так, двигатель, который сюда привел, это сердце, а ноги, это тело, оно само пришло сюда, именно по зову сердец мы сюда пришли. Я приехал сюда в пробке и так далее, причем по зову сердец, свое сердце, хотел вас увидеть, хотел вас поздравить с Рамаданом, хотел какую-то пользу принести, чтобы мы, альхамдулиллах, отсюда с пользой ушли. То есть наше сердце, мы постимся, почему сердце требует, мы молимся, почему по зову своих сердец, просыпаемся на утреннюю молитву, по зову своих сердец и так далее. Поэтому сердце – это та точка, на которую смотрит Всевышний. Сейчас, например, вам скажут встреча, например, с ректором института, или, например, скажем, встреча с губернатором, с муфтием, там, с большим каким-то таким чиновником и так далее. Одели белую рубашку, и вдруг нечаянно пролили кофе. В этот момент что мы будем делать? Пойдем в такой рубашке вот грязной или быстренько поменяем, постираем. Поменяем, постираем. Как мы можем зайти такому человеку там с пятном? Так как же мы можем с пятном нечисти, грехов и так далее, субханаллах, жить, зная, что Всевышний смотрит на эту точку? Не должно быть тут черного пятна, чтобы Всевышний смотрел на наше чистое сердце. Поэтому сафа аль-хулюб, должно быть наше сердце чистое.